рама для квадрокоптера, которую я давно уже хотел. Сейчас появилась возможность ее купить. Мечта десятиклассника Ильи вот-вот осуществится. У него уже есть все, чтобы собрать собственный квадрокоптер. Однако парень хочет не просто запускать его в небо, а участвовать в настоящих квадрокоптерных поединках, которые в Красноярске еще только набирают обороты. Ну, высоту я не хочу взлетать, я как бы на скорость хочу соревноваться. Летом будут соревнования. Хочу подготовиться и выиграть. Идея принадлежит отделу технического творчества Краевого дворца пионеров и школьников. Здесь задумали развить новое, не имеющее аналогов в России направление – конструирование мультикоптеров и гонки на спортивных квадрокоптерах. Тем более, что популярность этого технического приспособления среди подростков только нарастает. Не так интересно, я думаю, управлять им самостоятельно в одиночку. Хочется друга. Соперника, да, к себе какого-то, чтобы потягаться с ним, умение проверить. Вот, для этого как раз мы хотим развить в Красноярске и в крае это направление. И, конечно, только после интенсивных тренировок. Если все получится на специальном тренажере, ученику могут доверить пилотирование настоящим летательным аппаратом. Таких во Дворце пионеров сейчас 5. Их приобрели на средства гранта, полученного от компании «Русал». Теперь ребята имеют возможность узнать о квадрокоптерах все. Как их собирать, настраивать и даже как вытачивать для них детали. Можно пойти и дальше. Во Дворце действует лаборатория прототипирования, в которой ребята получают первые навыки работы со станками. Благодаря еще одному 5-миллионному гранту от «Русала» здесь появились современные фрезерные станки, токарные станки, 3D-принтеры, станок для лазерной резки и гравировки и многое другое. По большому счету, это создание определенной среды для творчества, потому что эта лаборатория прототипирования замыкает на себя сразу несколько кружков и несколько сообществ детских, и авиамоделирование, и судомоделирование, там и все эти выкройки инженерные проекты, и в том числе их изготовление. А важно то, что они поступят на технические специальности, и в стране вообще будут инженеры, у страны будет техническое будущее. Некоторые из учеников лаборатории уже всерьез задумываются о том, чтобы связать свою будущую профессию с техническими специальностями. А все начиналось с обычного увлечения. Ну, в будущем я хочу стать инженером, и здесь я получаю начальные знания, которые мне пригодятся. В ближайшее время я хочу поступить в СФУ на инженерный факультет и считаю, что занятие квадрокоптерами и работа с ними поможет как-то в моем будущем образовании. Ну, во-первых, мне это нравится. Во-вторых, это сейчас самая развивающаяся тема в мире – квадрокоптеры. Я считаю, за ними сейчас, ну, как бы эволюция, как бы уже в разных точках мира используют для погони за преступниками также. И снимают телевидение. Ну, как бы ролики всякие. Это очень интересно мне. Алина Мельчакова, Станислав Волков, телекомпания «Афонтово». Проект выходит при поддержке компании «Русал». Сделаем Красноярск комфортным и удобным для жизни вместе.